Я сегодня стал еще ближе на шаг к тому, чтобы Роскомнадзорнуться. Я вчера второй раз ходил работать там до темна. Мел там эти. Двор. Записал там. Но сделал закрытый доступ, потому что слишком большая угроза, что этот друг детства пиздит. Я еще подумал, он, наверное, придет с травматом, на меня нацелит. Ну, у него там разное оружие есть. Я, в принципе, не смогу ничего сделать с этим. Здесь убираешь, подметаешь, столько сил тратишь, еще и они снова падают, листья, и снова, как будто я ничего и не убирал, блин. А дальше будет еще хуже, будет зима, будет вообще тяжело. Наверное, из нас самый талантливый, так это Хик с его песнями. Может, если бы и прикладывать к чему-то усилия, так это к тому, чтобы его найти ему продюсеров, которые бы его раскрутили. Потому что я уже все, мне конец. А у него есть шанс стать, допустим, даже миллионером, там, успешным исполнителем. Может, как-то попытаться найти, кто продвинет его треки. Ну, он там предоставит студию ему, там, ну, не знаю, все такое вот, что заметит кто-то такой влиятельный более-менее. Потому что со мной уже все. Я вообще ничего не вижу дальше. Не вижу дальше ничего.